Здравствуйте, дорогие друзья! Я когда-то слышал такое выражение, что когда дни человека приходят к Своему концу, то очень часто люди думают о том, что они успели сделать и чего не успели сделать. И больше всего волнует людей именно то, что они не успели сделать в этой жизни. Сегодня я хочу вместе с вами рассмотреть последние дни жизни Иисуса Христа, перед тем, как Он вошел в Иерусалим, перед тем, как. Он был приготовлен уже к закланию, как написано в Слове Божьем. Сегодня хотелось вместе с вами посмотреть на последнее путешествие Иисуса Христа в Иерусалим. Так называется сегодня проповедь. То есть если говорить об Иисусе, о том времени, что пришло время его служения на земле к завершению, Евангелие от Луки 9 глава 51 стих говорит такие слова. Когда же приблизились дни взятия его от мира, он восхотел идти в Иерусалим. В греческом тексте буквально написано следующее. И когда исполнились дни для его вознесения, он твердо обратил свое лицо, чтобы идти в Иерусалим. И вот с этого времени мне хотелось вместе с вами остановиться немножко и рассмотреть в Писании, что же волновало Иисуса Христа в эти последние дни. То есть, другими словами, произошло следующее. Иисус четко понимал, что уже наступил час Его, и Он направляется идти в последнее путешествие в сторону Иерусалима. Он знал уже, что в Иерусалиме с ним произойдет, он знал, что его предадут смерти. И самое главное, вот мне хотелось бы посмотреть с вами на то, что же его больше всего волновало в эти последние дни его жизни. Хочу начать вот с чего. Евангелие от Матфея, 18 глава, с 15 по 35 стих мы с вами будем читать вместе. Итак, давайте мы начнем с вами с чтения. Начина... Если немножечко выше обратиться, то Иисус Христос, разговаривая со своими учениками, говорил ему о том, что если не будете вы как дети, то вы не наследуете Царство Божье. Но дальше события развиваются. И вот что волнует Иисуса Христа, на чем он делает акцент, на чем он останавливается. Останавливается он на том, что действительно важно для нас с вами в нашей жизни. Итак, 15 стих, 18 главы Евангелия от Матфея. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобой и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердить всякое слово. Если же не послушает и скажи церкви. Если церкви не послушают, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. Истина, истина, говорю вам, что свяжете на земле, то будет связано на небе. Что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. Итак, остановимся вот на вот этом маленьком отрывке. Друзья мои, с чего начинается? Если согрешит против тебя брат твой. То есть речь идет о том, что между тобой и между твоим родным и близким могут быть конфликты. Вы знаете, что мы живем в этом мире, и э, самые близкие отношения, конечно, бывают у э, людей семейных, у мужа и женой. Но в своей жизни я еще не встречал ни одной такой семьи чтобы прожило все гладко без проблем, чтобы прожили без каких-то конфликтов. И вот Иисус Христос делает на этом акцент. Этот акцент очень важен. Он говорит, если согрешил против тебя брат твой, речь идет о том, что действительно в нашей жизни могут быть какие-то сложности, могут быть какие-то конфликты. Что нужно делать в этих обстоятельствах и почему? Мы немножко позже об этом это рассмотрим, об этом поговорим. Итак, это реалия жизни. Это может быть, это может быть в семье, это может быть на работе, это может быть среди стран, это может быть среди э, в церкви, внутри церкви, это может быть. И Иисус Христос дает советы библейские, как с этим поступать. И Он говорит: Итак, пойди и обличи его между тобой и им одним. О чем идет речь? Речь идет о том, что не нужно выносить это разногласия за пределы ваших отношений. Очень часто бывает так, что человек с кем-то поссорился и вместо того чтобы разрешить эту ситуацию, он уже идет и всем рассказывает о том, что там вот это сделал там, к примеру, если это в семье произошло, то жена бежит к маме, есть же такое выражение, я ухожу к маме, то есть она идет к маме и папе и рассказывает все, что произошло. А муж, наоборот, идет там к своей маме, к своему папе и тоже рассказывает. И вместо того, чтобы этот конфликт был разрешен, он еще больше воспламеняется, то есть он больше разрастается. Поэтому Иисус Христос говорит, прежде чем жаловаться кому-то, прежде чем жаловаться, знаете, я слышал такое выражение, прежде чем даже пожаловаться своему коту или собаке на произошедшее, да, поговори со своим мужем. Да, это может быть трудно. Или поговори со своим противником, прошу прощения. Поговори с человеком, с кем ты поссорился. Это может быть трудно. Но если вы имеете правильную мотивацию в этих отношениях, знаете, так говорят, я слышал высказывание такое, ты хочешь быть счастливым в отношениях, ты хочешь быть в мире в отношениях с тем, с кем ты находишься, или быть правым. То есть, что ты хочешь доказать, что ты хочешь выяснить в этих отношениях, когда произошел конфликт? Послание апостола Павла к Галатам, 6 глава, 1 стих, так гласит. «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляете такого». Посмотрите, как апостол Павел говорит, как нужно это делать. «В духе кротости, наблюдая за собой, чтобы не быть искушенным». То есть речь идет о том, что с каким мотивом подходить к человеку, чтобы восстановить эти отношения. Почему я об этом сегодня говорю? То есть представьте себе, Иисусу Христу остается немного времени на земле, и он будет принесен в жертву на Голговском кресте. Он оставит своих учеников, вознесется к Отцу. И он понимает, что церкви придется здесь существовать на земле. Людям придется жить на земле, потому что наш Отец Бог. Бог сотворил людей, мы все Его дети. И для Бога очень важно, чтобы люди жили в мире. И для Иисуса это очень важно. И он оставляет нам этот пример. Он говорит, что мотив этих отношений должен быть любовь, кротость. Кротость. Блаженны миротворцы, ибо так и вы будут наречены сынами Божьими. Если он тебя не слушает, вот если ты сделал все со своей стороны, с любовью попытался разрешить эти отношения, знаете, я очень часто так консультирую молодые пары семейные, и когда у них возникает конфликт, больше чаще, или чаще всего я прихожу к выводу, что конфликт, знаете как, вот эти ссоры, распри, они не стоят выеденного яйца. То есть они, можно даже сказать, с позиции времени, зрелости, можно сказать, что они на пустом месте появляются, эти конфликты. И э, усугубляются по той причине, что люди не умеют, ну, можно такое выражение применить, не способны дип к дипломатии, не способны к разговору, не способны к тому, чтобы договориться. То есть обижаются, замыкаются, закрываются, идут, рассказывают, э, конфликтуют, и ссора разрастается. В конечном счете семьи разрушаются, церкви разрушаются. Государство вступают в военные конфликты, да, а это уже это гораздо больше приносит вреда человечеству. Да. Люди начинают гибнуть не просто там десятками, тысячами, сотни тысяч людей гибнет, если люди не могут договориться вместе. И дальше идет, смотрите, речь какая. Если он не послушает тебя, возьми свидетелей. Что значит свидетелей? Это не просто взять с собой пойдем, я буду разговаривать, пойдем, я буду договариваться, ты будешь свидетелем моего разговора. Речь не об этом идет. Речь, скорее всего, идет о том, что есть свидетель этого конфликта. Или свидетель, который понимает, э, на какой почве появился этот конфликт. Допустим, если родители знают своего ребенка хорошо, они знают, э, на что он обижается, э, как он на это реагирует. И, допустим, вы уже приходите к родителям и говорите, мне надо помириться со своей женой, и объясняете им ситуацию, и они говорят: да, мы знаем, что это ее там слабая сторона. И вот этих людей вы берете с собой, и с ними идете говорить, опять же в духе кротости и любви, пытаясь восстановить отношения. Если послушает тебя, написано, да, то ты приобрел, ты вернул друга своего. Если же не послушать тебя, дальше уже говорит, возьми и скажи церкви. Это второй раз, когда Иисус Христос говорит о церкви. До этого Христос сказал так, я создам церковь свою, и врата ада не одолеют ее. Это та организация, это то место, где есть собрание людей, которые веруют, веруют в Бога, которые живут принципами Божьими, которые хотят войти в Царство Божье, для которых Слово Божье имеет огромное значение. И именно этому институту Господь дал как руководство или право, чтобы примерять людей, чтобы примерять эти отношения. И вот если и церкви этот человек не послушает, так будет он тебе как язычник и мытарь. Что значит язычники мытырь? Это значит человек, который не... Как бы он даже и не знает, кто такой Христос. Это значит человек тот, который даже не понимает, что Бог есть, Бог любви, что Бог любит людей и хочет, чтобы эта любовь была между ними. Так вот какой-то человек, да, как бы он и не был христианином, значит к этому человеку нужно подход как будто к человеку, который даже не знает принципов Божьих. Для чего это нужно? Знаете, я всегда задаю вопрос, почему важно примирение? Почему важно примиряться людям? Процесс примирения очень важен. Почему? Ну, во-первых, мы говорили, да, если люди, если семьи не примиряются, то они приводят к разводу. Развод, если есть дети, приводит к трагедии, к трагедии дух. Уже двух сторон, да, с одной стороны, ваши дети, с другой стороны, вы. Если это, допустим, церковь, то церковь разваливается. Если это государство, то государство разваливается. Если это страны, то страны начинают воевать друг с друг с другом. Если этот процесс непримирения в государстве, то может тоже вызвать братоубийственную войну. Поэтому, друзья мои, чтобы цивилизации не рушили, чтобы они не воевали с друг с другом, процесс примирения очень важен. И Христос на этом делает акцент. Почему это нужно? Первое, или э, мы, я скажу для чего это нужно, почему это важно, почему нужен этот процесс примирения? Во-первых, сторона, которая является виновником конфликта в разрешении этой ситуации, она приходит к пониманию своей неправоты. Да, то есть когда мы примиряемся, то человек, который виновен, примирившись, примиряясь, да, то есть он начинает понимать, где он неправ. Когда человек понимает свою неправоту, или там, допустим, сторона, которая понимает свою неправоту, мудрый, мудрый человек или мудрая сторона, она понимает, что в следующий раз нужно этого избегать. То есть становится лучше. Второе, вторая причина. Когда вы понимаете, что вы сделали что-то не так, то чтобы вас простили, необходим процесс извинения, да? то есть нужно принести ущемленной стороне свои извинения. О, а извинения принести порой бывает так сложно, да? когда вы не просто поняли, что вы сделали что-то не так, но теперь вам нужно подойти к человеку и сказать, прости меня, я был неправ. И, а это, как знаете, как еще одна Твердая точка в том, что вы, вы понимаете, что вы не правы. И если вы попросите прощения, то это хорошо вам запомнится. И в следующий раз вы будете думать о том, что делаете неправильно. И третье, что происходит, когда вы нанесли кому-то ущерб, осознали это и принесли человеку извинения, то та сторона, которой был причинен ущерб, она вас прощает. Она вас прощает. А почему важно прощение? Почему важно прощение? Почему важно прощать? И мы с вами дальше идем по этой истории, которая записана в Евангелии. Смотрите, дальше Евангелие от Матфея, 21 стих. 21 стих, давайте прочитаем. Смотрите, к чему Петр подводит нас. Тогда Петр приступил к нему и сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешившему против меня? До семи ли раз?» Иисус говорит ему – не говорю тебе до семи, до, до семи до семидесяти раз. Посему царство небесное подобно царю, который захотел сосчитаться с рабами своими. И когда начал считаться, придет к нему к некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей его, все, что у него имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, кланяясь ему, и говорит, «Государь, потерпи на мне, я все отдам тебе, заплачу». Государь, умилостившись над рабом тем, отпустил его и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, отдай мне, что должен. Тогда товарищ пал к его ногам и, умоляя его, говорил ему, потерпи на мне, все отдам тебе. Но тот не захотел и пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долго. Товарищи его, видев, происшедшее, очень огорчились и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда государь приказывает его, призывает его и говорит, «Злой раб, весь долг тот, который я простил тебе, потому что ты упросил меня, не должен ли и тебе, не должно ли и тебе помиловать товарища твоего, как я помиловал тебя?» И, разгневавшись, государь отдал его, и истязали его, пока не отдали ему всю плату долга. Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брата же своему, согрешение. Смотрите, как важно прощать. То есть Иисус Христос делает акцент на очень важных вещах, которые приводят человека. Смотрите, казалось бы, это межличностное отношение, межличностные отношения между товарищами, между семейными отношениями в церкви или в стране или в государстве могут приводить к тому, что люди будут жить вне прощения, а не прощение приводит человека в конечном итоге, что он лишается Царства Божьего. А если мы говорим, что это последнее путешествие Иисуса Христа, и Он идет для того, чтобы отдать свою жизнь, да для чего? Евангелие Таоанна 3,16, написано: Ибо так возлюбил Бог мир, чтобы отдать Сына Своего, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Понимаете, друзья мои, насколько это важно? Та тема, которую затрагивает Иисус Христос, тема взаимоотношений, тема примирения. И дальше идет тема прощения. Петр говорит: до «Да семи ли раз прощать. Ну, Некоторые говорят так, что Петр делает акцент на том, что он очень э -э, добрый человек, да, который может прощать не один раз, а семь раз. Но Иисус ему говорит интересные слова. Иисус говорит, я тебе не говорю прощать семь раз, а я говорю тебе прощать до бесконечности. Ну, речь идет 7, 7 умножено на 70. Другими словами, это число совершенства. Прощать до бесконечности. Почему важно прощать? Почему важно прощать человеку? Здесь есть, помимо вечной участи, да, мы о ней поговорим, еще и очень важные вещи, которые касаются и эмоциональной жизни человека, и физической жизни человека, то есть или здоровья, или нездоровья. Итак, первое, для чего нужно прощать. Прощение выводит нас из рамок жертвы, то есть когда мы обижены, то постоянно думаем, что мы находимся в состоянии жертвы. То есть кто-то нас обидел, значит мы жертва этого, составля... этого события. А если мы жертва, то то, что мы думаем в, своей... в своем разуме, да, оно связывает нас с другим человеком. Мы находимся как бы в связке с этим обидчиком. И все наше сознание, все наши мысли. Ну, не обязательно мы с утра до вечера об этом думаем, да? Но мы думаем очень... Когда мы вспоминаем это событие и человека, который нам причинил боль и страдания, мы думаем в негативе, мы думаем очень ярко, ну да, то есть нас обидели, это нас касается, мы думаем очень сильным эмоциональным, сильным эмоциональным посылом. И прощение освобождает нас от этого человека. Она высвобождает нашу энергию, наши эмоции на то, чтобы они могли быть направлены в правильное русло. Поэтому, если мы не прощаем человека, то мы находимся в жертвенном состоянии, да, то есть мы жертва этого человека, и мы постоянно о нем думаем. Мы как бы связали себя с этим человеком. И не можем выйти из этого состояния. Да? Интересно заметить, что наше сознание очень интересно устроено. Есть так называемые нейронные связи. И если мы постоянно об этом думаем, то мы как бы протаптываем определенные дорожки в нашем сознании, нейронные связи эти. И теперь в любых обстоятельствах как в нашей жизни негативных, я как-то говорил на эту тему проповедь, да, если мы привыкли это делать, то мы никогда не видим ничего позитивного. Что-то произошло с нами плохое, и наши мысли обязательно будут направлены в этом направлении. Мы будем несвободными людьми, поэтому прощение освобождает нас. И прощая, когда мы освобождаемся, мы возвращаем себе здоровье. Почему? Потому что отрицательные эмоции отнимают у нас энергию, сказываются на нашем здоровье тела, души и духа. Я уже говорил о том, что многие люди говорят сегодня, медики, что основная причина сегодня страшных, серьезных заболеваний, она связана именно с эмоциональными переживаниями, с эмоциональным Негативным настроем. У нас проходит гнев, беспокойство, депрессия, чрезмерный стресс то, что негативно влияет на наше тело. Поэтому это важно для нас прощать. Итак, друзья мои, на чем остановился, на, о чем говорил Иисус Христос? Нам нужно повторить. Первое. Если мы что-то имеем против другого человека, не нужно не жаловаться никому, нужно просто идти и выяснять с этим человеком отношения. Если вы примирились и все убрано с ваших взаимоотношений, то нужно быть готовым простить этого человека. Простить его. Дальше что происходит? Евангелие от Матфея 19 глава 1 стих. Когда Иисус окончил слова эти, то вышли из Галилеи и пошли в пределы иудейские. Итак, все это начался последний путь Иисуса Христа. Он пошел в пределы галилейские. И в этих пределах галилейских происходят интересные события. Первое, что происходит. Евангелие от Иоанна, 9 глава, 22 стих. Евангелие от Иоанна, 7 глава, с 11 по 13 стих. Давайте откроем в начале этот текст, Евангелие от Иоанна. Здесь тоже произошли очень важные события. Иудеи же искали его на празднике, говорили, где он? И, многих, и много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добрый, а другие говорили, нет, он обольщает народ. И 13 стих. Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Итак, друзья мои, он входит в Иерусалим, и люди приходят в замешательство, начинают о нем говорить. Кто он? Их волнует вопрос. Одни говорили, что он просто добрый человек, а другие говорили, нет, он злой человек, и он смущает людей. Давайте посмотрим, кем же является Иисус Христос. Если он просто добрый человек, значит, он обманывает людей, которые окружают его. Потому что он не говорил, что он добрый человек. А что же он говорил о себе? Что же он говорил о себе? Смотрите, 14 стих. «Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря, откуда он знает Писание, не учившись? Иисус отвечает им, сказал, «Мое учение не мое, но пославшего меня». Другими словами, Христос отвечает им и говорит, нет, я не просто добрый человек, я тот, кого послал Бог. Да, может быть, у меня нет образования, но я знаю самого Бога. Много в нашей жизни бывает людей, которые знают хорошо Писание, но не знают самого Бога. Дальше Иисус Христос говорит слушающим его э, стих 33-34. Смотрите, что Он им говорит. Э, и отвечали мы, семя Авраамова, ему отвечали, мы семя Авраамова и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайтесь свободными? Иисус говорит им, истина, истина говорю вам, всякий, кто делающий грех, есть раб, но раб не пребывает в доме вечно, сын пребывает вечно. Итак, если сын освободит вас, то истинно свободными будете. Другими словами, смотрите, к чему приводит нас Иисус. Он говорит нам о том, что он не просто добрый человек, а он сын Божий. И дальше интересная вещь. Если немножечко вернуться назад, о чем мы говорили, о том, что есть конфликты, и конфликты нужно решать путем прощения. А почему путем прощения? Потому что, когда вы читаете молитву «Отче наш», в молитве «Отче наш» написано «Отче, прости нам грехи наши, как и мы прощаем должникам нашим». А Иисус Христос говорит, если не будете прощать должникам вашим, то и вам не простится. И притчу вот эту Он привел им с царем, которому должен был раб Его. И здесь Иисус Христос говорит нам, что мы грешники, и грешники нуждаются в прощении. И если мы не научимся прощать, то у нас будут трудности и проблемы с тем, чтобы и нас простили. Итак, Иисус Христос говорит нам, что Он имеет власть, потому что Он не просто добрый человек, а Он Сын Божий. И он является Сыном Божьим. Следующее в, в этой истории она заканчивается еще интересной вещью, на которой хотелось бы акцентировать внимание. В Евангелии от Иоанна, в 8 главе, я уже не буду читать, со 2 по 11 стих, есть история о женщине, которые взяли в прелюбодеянии. После вот этих всех событий, когда Христос им говорит, что Он является источником жизни, что Он является Сыном Божьим, что Он является тем, кто, тем Мессией, который они ожидают Его. Вечером, когда Он уже выходит с храма, Приводят к нему женщину, взятую в прелюбодеяние. И говорят, Моисей сказал нам, что таких нужно побивать камнями прелюбодеев. Интересная история происходит. Христос берет э, небольшую веточку и начинает что-то писать на песке. И они подходят и смотрят, что это же там пишет. Некоторые авторы говорят о том, что Иисус начал писать грехи людей, которые были в этом окружении. И дальше Христос поворачивается к ним и говорит, кто из вас без греха первый кинь камень в эту женщину? И написано в Слове Божьем о том, что от старших до всех остальных люди встают и начинают уходить. И Иисус обращается к этой женщине и говорит ей, что, где обвинители твои? Она говорит: нет никого. Он говорит, иди, и я не осуждаю тебя, но впредь не греши. Друзья мои, это удивительная история путешествия Иисуса Христа, последнее, последнее путешествие Иисуса Христа. Оно говорит нам о том, что нам нужно очень важно выстраивать правильные взаимоотношения. Если мы ссоримся, если мы ругаемся, необходимо договариваться. Третье, что нужно делать, необходимо прощать друг друга. Почему нужно прощать? Потому что все грешны. Нет ни одного грешника. И если мы научимся прощать друг друга, то и он простит нас, друзья мои. Почему? Потому что он, Агнец, закланный за нас, пришел на эту землю, чтобы взять наши с вами грехи, чтобы вознести их на крест. После чего был помещен в гроб и на третий день воскрес. И воссел Одесное Бога. Пусть Господь вас благословит. Помните это время последнего путешествия Иисуса Христа и на чем Он сакцентировал внимание. Да благословит вас Господь.